Итак, ребятушки, всем привет! С вами Fisherman Hunter. И что я вам хочу рассказать? Ну, во-первых, хочу с вами поделиться новостью. Я приобрел себе лодочку ПВХ Кайман 330 и мотор Sea Pro, в общем, 15 лошадиный. Ну, ОТ-H 9.9, короче, раздутый до пятнашки. В общем, вчера, 27 апреля 2017 года, я его поехал обкатывать. Ну, для начала мы с братом развели смесь обкаточную 92 бензин с маслом Матюль 1.25. Я не стал, конечно, 25 литров себе разбавлять бензина. Разбавил 20 на 800 миллилитров масла. Короче, все, лодочку накачали. У меня видосик есть, как бы. Ладно. Вот мы на воде. Завели двигатель. Прогрели его в течение 10 минут. Вот я заметил, некоторые моторы заводят новые, как бы, себя прошлые. 10-15 раз могут дернуть, как бы. Вот не поверите, ребята. С четвертого раза, короче, завелся у меня мотор. Тьфу-тьфу. Я сам открою. Гудит, вот как шепчет вообще, вот идеально просто. Я благодарен, конечно, продавцам вот этим вот, которые занимаются вот этой вот всей структурой по продаже моторов, лодок, они мне вот сказали, что почем. Я по телефону с ними разговаривал, они мне такую большую информацию предоставили. В общем, покупал я его в городе Омске. Магазин называется «Активный отдых». Сайт интернет у них bizon55.ru. Вот так вот, ребятки. Там разновидностей моторов очень много. Всякие разные есть. Меркурии, есть и Сузуки. Короче, Ямахи есть. Ну, такие вот дела. Извиняюсь за то, что я кушаю. Потому что у меня перекус. Ну, это. Прогрели в течение 10 минут его. И пошли мы по Иртышу вниз. Можно, короче, 50 минут идти на 1/4 оборотки газа. Ну, ручки, на рубле. Хуярим мы, хуярим. По навигатору я смотрел, короче, скорость у нас была от 11 до 13 км в час. В общем, прошли мы этих 50 минут. За 50 минут мы прошли, короче, где-то 7,5 километров. 7,5 или 8,5, что-то такое. В общем, заглушили двигатель. Дали ему отдохнуть 5 минут. И пошли вверх. Пошли вверх, как? Уже нужно давать наполовину газу. Вот, наполовину газу херачишь. Потом нет, ёбнешь ему почти на полную газу. И херачишь примерно в течение минуты. Мне понравилось вообще, у меня такие впечатления, ребята. Я раньше думал встать на глиссер, это значит то, что лодка вот так поднялась и пошла. А вот хуй-то там, ребятушки, ну кто не знает, вот на глиссер вообще встают вот так. В общем, я даю оборотов, моя лодка зарывается двигателем, жопка маленько притапливается, и она хуярит. Пошла. И вот она, родная, метров через 10-15, она начинает опускаться. И вот это вот днище, там кит, вся хуйня у меня есть, она вот так вот хуярит над водой. Вот это встало на глиссер, она прямо слышно, что легко идет, без всякого напряга. А вот когда она зарылась, она уже слышно, как бы, что она хуярит, так вначале так разгоняется, прямо интересно, так прямо так тяжеловато. В общем, нос на метр, у меня брат там сидел, орал вообще, говорит, нихуя, говорит, Кузьмича будем искать на дальнем кордоне. Ну так мы этого Кузьмича и не нашли. Ну, в общем-то, скорость у меня вверх против течения была по навигатору 33,5 километра. В общем, мы за полчаса обратно вернулись, ну, мы как бы потихонечку шли, газ там скинем, там, оборотики. В общем, у меня были такие моменты, когда я не в ту сторону, ну, румпель поворачивал, и моя лодка кидалась на кусты. Ну как, до кустов там оставалось метров по 10, я как бы выруливал. В общем-то, вал вчера был пиздец, ребятки, вечером. Вот. Вышли мы без 28, а пришли ровно в 9 обратно. Вот считайте, сколько мы прошли. В общем,
бензинчику я спалил на эти 17 километров примерно литра 2. Может быть, даже меньше. Ну, вообще, походу, у меня будет нюхать чисто. Вот, ребятушки. Как положено, в жилетах мы плавали. Мне понравилось. Самое сложное, что у меня было, это установка паёв. Это самое сложное. В лодке. И у меня проблемы, ребята. Вот поставщики моторов лодочных, они вкладывают инструкции. Вот если бы они упаковали в обычный полиэтиленовый пакет инструкцию, книжку эту, в которой там сзади где написано гарантия, где купил, число, там вот эта вот вся херня. Ну вы сами знаете, что всеопрошная какая книжечка. Ну я же, блядь, вот я еще дома хотел, короче, ее положить в мешочек, но не положил. И засунул ее вот так, хуякс, под футболку, голому телу. Мы когда приплыли туда, вот первых 50 минут прошли, и отдыхать когда начали, мотор давать. Брат говорит, давай доставай книжечку, сейчас прочитаем, как вторые 50 минут идти. Я ее доставил, у меня 4 страницы первых, вместе с корочкой. Как туалетная бумага от воды, размокли, размякли, и на кусочки прямо растерлись по телу. У меня до сих пор буквы на животе. Вот так вот, ребятки. Так что, ложьте их в полиэтиленовый пакет. Либо дома прочитайте и запомните все. Я думаю, вы сейчас заметите, что вот это вот видео будет в хорошем качестве. Я приобрел также себе вместе с лодочкой экшн-камеру себе. Короче, 4К формат. И у меня есть, короче, теперь будет как бы больше возможностей снимать. Вот, допустим, вот эта вот красная кнопка вот здесь расположена. Это фотография на пульте дистанционного управления. Вот это вот коричневое, вот это вот, он пока не показывает. Это у меня видеозапись. Также у меня есть крепление на лоб, на грудь, короче, на ствол, там везде, хоть на удочку. У меня есть подводный бокс. Глубина погружения 30 метров, короче. Ну, потом я вам сделаю обзор через телефон этой камеры. Кому, если это интересно. Если это интересно, конечно же, пишите обзор. Ну, в смысле, под этим обзором, короче, в комментариях, чтобы я вам показал эту камеру. Может, кого-то заинтересует. Я еще купил себе солнечную батарею. На 10 зарядок хватит вот этого вот экшн-камеры вот этой самой. И, короче, телефон можно будет зарядить. Вообще, короче, все заебись, короче. Ну, ладно, ребята, всем пока. С вами был Fisherman Hunter. Этот обзор называется «Личный опыт из обкатки сиапрошного двигателя». Вот так вот. В общем, не забывайте, разбавлять нужно при обкатке обкаточную смесь 1:25, 1 литр на 25 литров бензина 92-го. Прогреваем 10 минут перед пуском двигатель, ну, в смысле, перед включением скорости, чтобы идти. И, короче, вот 50 минут идем на 1/4 газа. Потом отдаем ему 5 минут отдохнуть, потом идем в полгаза. Периодически добавляем газ больше. Можно до конца, но не рекомендуется. Вот, ну, короче, на одну, вот половину хуяришь и еще добавляешь полгаза. Полгаза. Половины полгаза еще кверху. Хуяришь примерно в течение минуты и опять сбрасываешь до полгаза, чтобы он отдыхал. И так через 10 минут опять ему даешь так же самое. Можешь до самого верха дать. Вот так вот, ребятки. Ну что, всем удачи, всем пока, ждите новых видео на моем канале.